Джо попадает Кук. Кука решила поменять тактику, чтобы Поветкин был... Преимущество в ударной мощи. Преимущество в весе. Очень эмоционален был тренерский штаб Марко Хука в перерыве. Одного-двух ударов для того, чтобы выиграть. Нужно быть более активным. Неплохо. Очень хорошо. Уже нет такого нервного напряжения в этом раунде. Сорвался Хук, посмотрит давливать. Как только он идет вперед, Марко Хук не атакует. Ему некомфортно. Да, отличный раунд проводит Александр. Еще удар по корпусу. Тим, наставник Александра. Нельзя упускать Хука от канатов. Просто его нужно. Отлично. Хороший апперкот с правой. Но ни в коем случае нельзя терять голову. Ажиотаж. Какой ажиотаж в зале, вы слышите? Средними и сильными ударами атаковать. Вот только будет ему... О, отлично. Попал отличный правый прямой. Да. Сразу поубавилась уверенность у Хука. Отлично. Начал вот он так, закрываться. Вот так вот нужно. Да. Отлично. Хук немножко поменялся. Еще один левый в корпус. Тот самый Дерек Чисора. Тот самый, да. Которому тоже самые маски. Будто нету рядом. Только его тень остается. Как только Александр делает паузу, получается вот такие вот вещи. Посмотрите-ка. Разошелся Хук. Да, чудом ушел от точных ударов. Может стать роковым. Да. И как раз даже... Или даже подсматривает записки судей и знает, когда ему взорваться. Вот только-только он вырвет. Так бой продолжается. А точнее, забить до конца боя. Да, очень часто Александр нагибается. Или показал зубы. Продемонстрировал, что не зря он является чемпионом мира в тяжелом весе. Абсолютно верно. Вновь удар в затылок. Это посмотрим вот этот эпизод. Слишком часто Поветкин остается как-то вот внизу, в неудобной ситуации для него. Причем часто вот такие внезапные, неожиданные тактические... Важнее. Нужно поставить себя и бой именно так, чтобы быть... Удача или... Удобно тебе начинать атаку и дальше ее продолжать. То есть... Каждый раз у свои руки и как раз делает те полшага, которые не хватит сопернику для того, чтобы победить. Знаете, такие ходы приходят прямо по ходу боя. Как некая интуиция. Такой затишье перед бурей, наверное. Скорее всего, именно так. Попадает Саша в седле. Хорошо, вот так и нужно. Угу. Просто представил себя на месте Хука. Да. Сейчас своего небольшого превосходства, да? Но ведь и его соперник тоже чувствует свое превосходство. О! Отлично. Ты чемпион или кто, ешь, ты чемпион. И не лезь в драку. Зачем тебе драка? Боксируй. Вот так жестко, но абсолютно правильно. Ну вот мы видим сейчас промоутера. Совершенно четко он следует инструкциям своего тренера, выбрасывает. Все равно один из всех трех, четырех или пяти ударов достигнет своей цели. Отлично. Правый боковой очень высокий. Сил потрачено много, и тот и другой боксер подустали. В сторону. Вот, видите, опять он уходил сейчас и получил удар в затылок. Уже который... Судья... Находиться на такой... Ой-ой-ой. На такой близко. Видно, что целиком выкладываются в ринге оба боксера. Зачем Александр постоянно нагибается? Какой удар вот пропускает? Он не просто нагибается, он немножко отворачивается в сторону. Вот видите, снова несколько подряд пропущенных ударов. Очень тяжелая ситуация сейчас. Да, конец седьмого.
Да. Попадает. Последние секунды, продержаться надо. Нет, пока еще рано. Откинула в сторону. Хорошо. О. Неплохо. Вот такие нужно. Хорошо, хорошо. Пока все идет по плану. Да вот срывается хук. Это с одной стороны хук не прав, то что после которого приходит второе дыхание. Да. И секунд. Восьмого раунда. Бойца начать этот раунд активно и закончить его. Рефери тоже непросто судить этот бой. Ой-ой-ой. Пропускает Саша. Неплохо. Ча. Пропускает Саша джеб. Это джеб. Хорошо. Вот когда, поверьте, действует разнообразие такой головы Александра. Да. Сейчас неплохо. Александр успел развернуться, отойти. Это с немцем Марко Хуком. Активно начинает Саша, идет в атаку. Замечалось. Да, немножко к желанию Александра пойти вперед, постоянно идти вперед. И отрабатывал какие-то... Как-то Александр, он уклоняется, но не до конца. Ему нужно подныривать под правую руку. Ему как десятку в мишени. И постоянно атаковать туда. Вот мы видим, сейчас он его... Опять уходит, да, вниз. Чемпионские раунды сейчас мы должны с вами посмотреть. Атаку сделал, уйди вправо, уйди влево. Че ты сюда стоишь? Соберись! Бесследственные атаки, ёшки, все. Раунд. Я имею в виду судью, чтобы боксеры боксировали на одной и той же дистанции, да. Развитие событий. Знаете, более спокоен сейчас тренер немецкого спортсмена. Попадает. Так, неплохо. Бил его с толку, что ли, с темпа. После чего Александр пропустил несколько ударов. Таких не нужно. Заканчивается уже. Да, хороший лево-боковой. Ну. Мне кажется, сейчас помешал судья, помешал нашему спортсмену. Ну, слишком он... Еще один правый. Да, правый на сей раз. Отличная концовка. Вот очень важно. Хорошо. Именно сейчас. Ой-ой-ой. Вот какой размен удара. Отлично. Вот он удар, да. Это уже был удар после команды «Стоп». Не все получилось у того и другого спортсмена. И Хук сейчас понимает, что если он будет вести себя пассивно, то точно проиграет бой. А он ничего не может сделать, посмотрите-ка. Да, вот это размен. Немножко желание пересиливало. Пропускает Александр. Возможность того, час до конца, минута и 20 секунд всего. И... Последние секунды решают все. Да, что творится? Ой-ой-ой. Пропускает тяжелейший удар Александр. Итак, бой закончен. Слова обратно, которые он говорил насчет того, что Тедди Атлас побоялся. Отлично. Александр Поветкин. Поздравляем вас. Вот это бой! Настоящая победа. Очень тяжелая. Наверное, это был самый сложный поединок в карьере Поветкина. И самая тяжелая победа.